Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас новинка на обзоре от компании «Волжанка». Она называется «Волжанка Соло». Такая универсальное удилище, универсальная серия, состоит из трех длин. Это 360, 410 и 470 сантиметров. Тест 5-80 грамм, то есть удилище абсолютно универсально для всех любых случаев жизни, я хотел сказать, да, рыбалки, что может произойти на рыбалке, ловля от плотвы до крупного сазана и карпа, то есть, и второй еще огромнейший плюс, это стиль travel, то есть это малая транспортная длина, очень удобно положить в багажник и тому подобное, перевозить, ну, действительно, такая неприхотливая палочка. Я лично очень рад, что «Волжанка» выпустила такие вот бюджетные коротыши, что называется, универсалы, да, потому что многие, скажем так, фирмы Европы, аналог абсолютный практически стоит гораздо дороже. Значит, ну давайте начнем на примере вот малышки такой 360, кольца достаточно надежные. Я сейчас, так как это новинка, то есть информации еще, в общем-то, нет, вот именно от покупателей большого числа, да, но по моему опыту никаких проблем с этими кольцами быть не может, ничего оттуда не вылетает, разгрузочных колец тоже здесь нет, в общем-то, это не требуется, учитывая такой вот большой тест. Катушка-держатель, здесь есть нюансик, он... Ну, нюансик для почитателей крупных катушек. До 3000, имейте в виду, сюда влезает катушка в катушкодержатель. То есть вот у меня здесь в руках 3000 сальма. Вот я до полной ползунок отпустил. И вот она у меня вот еле-еле, мне приходится чуть-чуть даже ползуночек назад упирать. И вот дальше у меня вот буквально 2 мм остается, чтобы ее... поджать. Поэтому, ну, на всякий случай, мало ли кто захочет, ну, скажем так, взять 470-ю длину или 410-ю, у него есть, завалялась какая-то катушка, где можно поставить и на карпа там, или на живца, на хищника закинуть живцом, крупная катушка там, да, вот имейте в виду, чтобы не оказаться на рыбалке впросак, больше 3000 сюда не вставляется. Значит, дальше чехольчик на кольце. Одевается приятный, хороший, жесткий чехол, тоже проверенный, то есть известный на многих баллонках, действительно защищает. Значит, по дизайну, сами видите, ну, лично с моей точки зрения, дизайн приятный, такого темно-голубоватого цвета, морской волны в грозу, как говорится, да. Пробка с дыркой для вентиляции. Или, кстати говоря, неопреновой штучки здесь нету, неопреновой вставки, которая позволяет кольцам друг на друга не ложиться, но это и не нужно, это я сразу на всякий случай говорю для людей, кто любит эти вот неопреновые штучки, да, это актуально для баллонок топ-сегмента, либо среднего сегмента, вот такие вот, скажем так, бюджетные силовые палки, здесь настолько много налито самой нитки плюс лака для примотки кольца, что они сами друг на друга ложатся, то есть, да, и они не касаются вставками, да, самими наплывами, что называется, ложатся. Значит, давайте померяем тогда транспортную длину. Значит, у самой короткой 360-й транспортная длина, я меряю, наверное, без чехла, но чуть-чуть прибавьте, ну, 80 с чехлом будет. Значит, следующая 410-я 85, ну плюс чехольчик немножко, и 93, самая длинная 470-я. Ну и взвешиваем, сколько они весят, люди это любят. 177 весит 360-я, 247 весит 410-я. И самая длинная, 470-я, весит 308 грамм. Ну, учитывая, что это силовые баллоночки, могу сказать, что в руках они, в общем-то, неплохо лежат. В общем, наверное, все. Давайте разложим и посмотрим строй. Итак, друзья, в руках 360-я,
Ну, как пика, выглядит как рапирка. Приятная очень палка, для ребенка подойдет. Ну, не для совсем маленького, конечно, для женщины. Сломать ее надо постараться. Нагружаем. Ну, вот смотрите, даже в плане строя я не могу сказать, что есть прям... Ну, конечно, там хорошего строя здесь нет, но все-таки это универсал, как и всесезонная резина. Что называется, идеального варианта отсюда ждать не стоит. Но, тем не менее, за эти деньги, да, 410-я точность также приятно очень в руках лежит. 580 тест, ну, то есть это уже мощная такая, прям вот она, прям хочется сразу на хищника с живцом по ней не пойти. Нагружаем, ну, смотрите, как она работает, да, от середины. То есть она вся загружается, поэтому сломать, имейте в виду, на рыбе просто нереально. Главное, не наступите. А если наступите, то к нам за запчастями. Возможно, бесплатными. Значит, следующая, последняя, 470-я. Ну, тоже, я не могу сказать, что она плохо лежит в руках. Очень приятная палка. Ну да, она чувствует, что такая вот прям... тяжеленькая слегка, но все равно приемлемо абсолютно. Кто ловит, скажем так, со стоек, забросил, ну, в проводку понятно, что такой удочкой ловить не будешь, но вот со стоек забросил, и никаких вопросов. Да, здесь тоже мощь чувствуется, смотрите. Вот я вторую руку подключаю, вот со всей силы ее тащу. Но вот здесь вот, смотрите, видите, в середине такой вот провальчик, горбик небольшой есть, поэтому все-таки немножечко аккуратненько в плане таких мощных нагрузок. Итак, друзья, посмотрели. Ну, думаю, вам понравились, учитывая цена совершенно небольшая. Посмотрите под видео в комментарии, в описании под видео я вставлю прямую ссылочку на страничку магазина Multifish, где вы можете их приобрести. Мы, соответственно, магазин Multifish являемся официальными представителями Волжанки, товаров Волжанка. Поэтому никаких вопросов в плане гарантии, браков, то есть все это мы меняем, если вдруг что-то такое попадется. Более того, от магазина мы даем бессрочную гарантию на заводской брак на весь срок службы удилища. В самом начале забыл еще померить диаметры комля. Давайте померим. 4,7 вместе хвата. 23 миллиметра. 410-е. 21 и 360-е, 18 миллиметров диаметр комля. Имейте в виду, обязательно подписывайтесь на социальные сети YouTube, Telegram и ВКонтакте. Только в этом случае вы сможете бесплатно получить до 2 запчастей в год на любые практически, ну скажем так, на 95% купленных у нас удилищ. Это не только касается Волжанки. Именно в период действия акции. Такие акции мы проводим уже 2 года. Можете посмотреть и в новостях в разделе на сайте, и в YouTube. Я публикую ролики, что... просьба обращаться, кто купил и сломал, пожалуйста, обращайтесь, пишите заявочку там и так далее, и получайте. Большая просьба к вам, моим зрителям, почитателям, кому нравятся мои ролики, да, моя просьба к вам, пожалуйста, ставьте, нажимайте под видео на YouTube вот такой пальчик вверх и нажимайте строчечку подписаться, тогда это видео продвигается, и для меня это, скажем так, большой подарок со стороны вас. Всего вам доброго и до новых встреч!